Люди, живущие в жарком и сухом климате, могут хранить продукты питания в холодильниках, работающих без потребления электроэнергии. Такой холодильник состоит из двух горшков, сделанных из необожженной глины и вставленных друг в друга. Между горшками засыпан песок, который заливается водой до влажного состояния. Холодильник начинает остывать. И в итоге его температура может опуститься на 10 градусов ниже температуры окружающего воздуха или еще ниже. Если поставить холодильник на ветерок, он будет остывать еще быстрее. Мы сделали модель такого холодильника, засыпав песок в небольшой тряпичный мешочек. Внутрь мешочка поместим датчик температуры. Второй датчик лежит рядом, он будет показывать комнатную температуру. Рядом стоит небольшой вентилятор. Он создает свежий ветерок. Зальем песок водой комнатной температуры и посмотрим, как изменится показание термометра через несколько минут. Вот график температуры. Сначала она составляла 26 градусов Цельсия, а потом упала до 18 градусов. Давайте разберемся, как такой холодильник работает. Мы залили в песок воду, если воздух снаружи сухой и не влажный, эта вода будет испаряться. Для испарения воды требуется теплота. Эта теплота будет подводиться из наружного воздуха и изнутри холодильника. Поэтому холодильник начнет остывать. Чем больше он остынет, тем медленнее будет испаряться влага с его поверхности, и тем больше тепла будет подводиться из наружного воздуха. Так что при некоторой температуре холодильника все тепло на испарение воды будет подводиться снаружи, а сам холодильник остывать дальше уже не будет. Наш опыт с остыванием влажного мешочка пойдет быстрее, если этот мешочек сделать совсем маленьким. Возьмем датчик температуры и обмотаем его ваткой. Окунем ватку в воду, Показания нашего термометра сразу же начали уменьшаться. Таким способом можно быстро определить температуру, до которой остынет испарительный холодильник. Эта температура так и называется температура влажного термометра. Человеческий организм тоже использует для своего охлаждения испарительную систему. Когда нам жарко, мы потеем, пот испаряется и охлаждает кожу. Собака в жару высовывает язык, это ее система охлаждения. А у слона система охлаждения находится в ушах. Особенно эффективно она работает, когда слон размахивает своими ушами, как большими опахалами. А еще охлаждение испарением применяется в градирнях. Эти огромные сооружения стоят обычно рядом с электростанциями. Горячая вода разбрызгивается внутри градирни и стекает вниз а навстречу ей поднимается атмосферный воздух. За счет испарения 1% воды температуру оставшейся массы воды можно понизить на 5,5 градусов.